Приветствую, друзья! По вашей просьбе сейчас мы с вами прогуляемся вдоль улицы Урицкого. Хочу вам показать, насколько масштабно там стелят новую дорогу. Посмотрим с вами на объекты с номерами 110 и 112, о которых вы ранее просили. Затем еще несколько локаций и объектов. И выйдем мы с вами на бульваре Шевченко. Приятного просмотра! Иду я сейчас вдоль проспекта Строителей. И этот поворот налево, улица Урицкого. Несколько дней назад здесь начали масштабно стелить новую дорогу. Раньше здесь лежали бетонные плиты, но их решили не демонтировать, как это сделали на бульваре Шевченко. Асфальт кладут прямо поверх этих плит. Вот так глобально в Мариуполе строят дороги. Отсюда хорошо видно, что под слоем асфальта лежит плита. Прямо перед нами дом номер 100. Вот этот дом номер 108 по улице Урицкого. И мы с вами уже подходим к дому номер 110 и 112. Дом номер 110 и номер 112. Эти дома во время боев не сильно пострадали здесь, только повылетали окна. Сейчас мы с вами посмотрим на эти объекты с другой стороны. Номер 110. И 112 дом. Здесь уже давно поменяли окна, привели в порядок подъезды. Причем, обратите внимание, не только в этих двух домах, а еще и вот номер 108, с правой стороны 106, везде подъезды яркие и восстановленные. Во дворах здесь еще ожидается реконструкция. Этот стадион еще с советских времен существует. Лозунг: если хочешь быть здоров, закаляйся. А с другой стороны — спорт, мир, труд. Посмотрите, какой красивый детский сад. Детский сад вообще не узнать. Вся территория новая. Сейчас обойдем с вами детский сад вокруг. Хочу вам показать футбольный стадион за ним, что там делается. Детский сад «Ручеек», номер 148. Прежде чем мы с вами посмотрим на стадион, покажу вам улицу 60 лет СССР. Это уже новый асфальт. Плиты здесь не демонтировали так же, как и по улице Урицкого, потому что они были целыми. С этой стороны тоже стелят новую дорогу. Да, стройки глобальные. Сейчас покажу вам футбольный стадион «Западный».
Стадиончик, конечно, был еще тот, еще того качества, европейского, как говорят некоторые из мариупольцев. Вот так выглядит футбольный стадион «Западный» сегодня. Здесь стоял вопрос, то ли сносить этот стадион и возводить новый жилой комплекс, то ли оставить его. В общем, демонтаж уже начали, а какое решение они приняли, мы скоро с вами узнаем. Мы с вами подошли к детскому саду номер 156. Здесь вокруг ведется реконструкция дворов, домов. Все восстанавливается. В этих дворах уже провели реконструкцию. На этой площадке здесь стояли голубятни, их посносили. Также были и детские старые площадки советских времен. Для ориентира дом номер 3 по улице 60 лет СССР. Дом номер 343, бульвар Шевченко. Здесь все еще продолжается реконструкция дворов. Дом по бульвару Шевченко 335, а это угол дома номер 339. И мы с вами уже вышли на аллею бульвара Шевченко. И напоследок я хотел вам показать дом номер 75, улица Куприна. Этот дом будут сносить, и уже начались подготовительные работы для демонтажа. С этой стороны сносят дом, а с правой стороны восстанавливают. И уже возвели несколько этажей. Вот таким образом сюда фурами свозят весь строительный мусор тяжелый, экскаваторами делают такие насыпи для того, чтобы можно было добраться до верхушки этой 14-этажки, и уже сверху начнут его сносить. Итак, друзья, как видите, стройки глобальные. Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока.